Очень часто для травяных чаев используют лекарственные растения, которые обладают характерным цветом и специфично вкусным ароматом. Для этих целей применяют василек синий, который, кстати говоря, широко используется и в научной, и в народной медицине при болезнях почек. Это одно из самых эффективных средств. А заготавливают только краевые лепестки, хотя в некоторых случаях используется и сама корзинка, а также все растение целиком. Шведский медик Карл Линней первым придумал название цветку – василек. Он прочитал легенду, где могучий Геракл ранен в поединке кентавра, однако тот сумел залечить свои раны при помощи сока цветка. Соцветия василька содержат каротин, алкалоиды, органические кислоты, дубильные и красящие вещества, эфирное масло, макро- и микроэлементы. Василек очень эффективен при разнообразных заболеваниях мочевого пузыря, почек, особенно при воспалительном заболевании, связанных с инфекцией. Василек можно применять и с другими травами, например, с петрушкой, с девесилом высоким. Все это усиливает лечебное действие василька и тем самым проявляет не только противовоспалительный эффект, но и активный антибактериальный. Свежее сырье из василька используется также народными знахарями для приготовления средства при сердечном сосудистых заболеваниях. Для этого их настаивают на растительном масле холодного отжима в течение 2 недель и применяют по чайной ложке 3-4 раза в день для восстановления после перенесенного инфаркта. А василек чаще всего используется как средство мочегонное, противоотечное. С его помощью можно снимать не только сердечные отеки, но и также отечность лица. При отеках лица возьмите чайную ложку краевых лепестков василька и залейте стаканом холодной воды. Настаивайте ночь. Пить такой настой следует в течение дня в 3-4 приема. Цветки василька содержат красящий пигмент антоциан, который не следует использовать длительное время, поэтому курс приема василька до 3 недель, после чего следует на 2 недели сделать перерыв. Василек луговой можно также использовать как и декоративное растение, то есть использовать для выращивания на своем цветнике. Но в этих случаях следует отдавать свое предпочтение сортам с синими цветами, ведь там содержится очень активный антоциан, благодаря которому василек и проявляет свои противовоспалительные свойства. Так что будьте здоровы без всякой химии. Раз, два, три.